Девочки, хоть и коронавирус, но жрать все равно хочется. Очередной поход в магазин. Булочки. Так как ночует сегодня Елисей, любитель булочек. Вот булочки. Упаковочка сосисочек. Пакетик молока. Пожрать мы совсем не будем. Как мы без своих ночных пирогов? Вот. Нам на пироги слоеное тесто. Естественно, для девочек. Так, нежная колбаска, кстати, вот это вот самая такая вкусненькая, самая адекватная. Будем делать профилактику от коронавируса. Замечательно. Кусочек сальце на закусочку. Лень нам постругать. Будем такой сыр сыпать. Помидорчики, как ну, без салатики. Девочка, корм. Яички. Костяна, шоколадочка. И еще Костяну шоколадочку. Это Елисей, я знаю. Так, сачок большой деткам. Булочка хлебушка черная. Мой хлебушек любимый. Венский. Венский хлебушек. Холодец на закусочку. Конечно. Такой сырочек. Так, что еще тут? Йогурты, шмогурты, баночка сметанки и два маленьких сачка. Что-то еще, что-то еще. Еще какой-то херотень еще дали какой-то. Так что, девочки, вот как-то так. Как-то все, так. Давай. Второй день карантина. Время 5:37. Мы поели сегодня раз 6. Это просто капец. Это безделье. Дети бесятся. Нечего. Целый день на диване. Целый день на диване. Бездельничаем. Страшное дело. Телевизор заколебал. Как бы люди, хочу на улицу гулять. Рядом остановился патруль, кто-то уже успел вызвать милицию. Задерживаем. Девочка, появилось какое-то жирное пятно на пенане. Ну ладно, сегодня еще один день, где выбрали пятно. Вроде как на 3 месяца, на 2. На 3 месяц мы начнем вымывать день. Алексей не хочет домой, смотрит мульты. Он смотрит все время стоя. Ну как стоя, потому что скачет. Туда-сюда. Ой, господи. А я как медведь, блядь, набираю жир. Жру, и жру. Беда, беда. Хочу на улице, хочу куда-нибудь идти. Хочу в ёбок, по магазинам. Как надоело. Люди добрые, что делают? Девочки, добрый день. Сегодня у нас 30 марта. Во дворе ничего не меняется. Грязь непролазная. Но ничего, еще неделька постоит плюсовая. Я думаю, что все растает. Солнца нету. Так бы все давно бы уже высохло. Растет у меня ананас. Не знаю,
когда будем жрать, скорее всего, не скоро. Какой у нас, наверное, уже третий день карантина мы проводим дома. Это кобздец, девочки. Это очень тяжело. Невозможно. Это сидишь, только ешь и лежишь, лежишь и ешь. Я сегодня спала уже 2 раза, блядь, спала днем. Заставила себя встать только потому, что что-нибудь вкусненького захотелось. Решила, посмотрела в интернете, что вся Москва едет на шашлыки, тоже захотелось что-нибудь такого этакого, намариновала крыльев и решила встать пожарить. Девочки, поглядела на потолок, сижу на кухне. Боже мой, сколько паутины. И на тех светильниках паутина, и на этих. Но так неохота ничего делать, потому что эти стены оббиваем гипсокартоном. Потолок буду менять, этот сниму. Не хочу его. Люстра у меня шикардосная на кухне. Но у меня везде люстры красивые. Наверное, завтра займусь, как встану, буду перемывать везде хрусталь. Все люстры буду перемывать. Наверное, все сниму, помою в посудомоечной. Хрусталь после посудомоечной горит вообще как новый. Так что вот на завтра работу нашла. Готовлю ужин. Кинула по крылышку. И по котлетке. Думаю, будет замечательно. И поставлю сейчас, наверное, пюрешечку варить. А может быть, так целиком, не знаю, зеленью посыпать. А может и пюрешечку. Еще не придумала. Крылышки надо перевернуть уже, наверное. Так что вот такой будет вкусный ужин. Помидорчики с огурчиками порежу, салатик сделаю. Ой, смотрите, какая прелесть, какая зажаренная крылышка. Я люблю такие зажаристые крылышки до ужаса. Вот такая, девочки, будет у нас на ужин вкуснотища. Потому что мне так кажется, что такое не испортишь. Вот. Куриные котлеточки. Тоже с хорошего фарша. Беленький. Ой, как же скорчалочка. А девочки, вот так вот. Девочки, хорошая жизнь, помидоры. Придут, покормят, помоют, почистят, уберут. Сидит, блядь, в жаре в 35 градусов. И все, как пень. Гуляет. Пень в обрезке, день. Фонтанчики. Эта лампа жарит, как у него кипяток, 35 градусов жары, и он вот там любит сидеть, так что вот такая жизнь.
Так, уже чистить надо. Алёшенька, мой хороший мальчик. Сейчас хвостик калачиком сделает. Тюрьм, подойди. До того не любит, чтобы у него хвост трогали. Ой, блядь, дотянуться не могу. Лёшенька просится наружу, но у меня открыты окна. Боюсь его на сквозняк, а он, видите, прям вон всё, всё, полез. Смотрите, видите, пришёл Костяну на стол лазить. Тут у Костяна, как всегда, бардак, куда мы схватил, смотрите, мою розу. Хвостом за камеру зацепился. Ой, дурак. Держись. Вот куда лезет? Куда лезет-то? Нельзя, Алексей, нельзя туда. Нельзя туда. Изабелька сидит, смотрит, что происходит. О, слышите, как зашипел? Я аж испугалась. Изабелька испугалась. Ого! Вот это злый день. Изабелечка, боишься? Пошел опять куда-то. Боится Изабелева. Уходит. У Костяна тут в комнате бардачина. Сушилку еще не убрали. Он мыл сегодня все лего, навел порядок. Убрал все лего. Сейчас будем на место ставить самокаты. Полный фэшн навел. В шкафах, в лего. Видите, все, порядочек. Здесь все перемыл. Осталось только на столе порядок навести. Но здесь некогда. Здесь ходит Алексей. Не нравится ему моя ручка. Так, куда полез? Ой, какие у него когти острые, как больно, Алёша. Очень больно ты когтями держишься. Он как обезьяна, так же точно держится очень сильно хвостом.
Ну, шипит он, конечно, красиво. Громко. Прям ногтем в вену впился. Алексей, больно руку. Вот у него бывает период, он прям просится из террариума. Видимо, тоже надоедает там сидеть. Он прям... Девочки, время 8 часов вечера. Собрала себе маленький ужин. Два кусочка венского хлебушка с изюмом. Большой стакан, ну, половину налила молока, не хочу больше. Естественно, свое ведро чаю с лимоном. Немножко картошечки, одно крылышко. А потом перец. Но порежу салатик с помидорчиками. А сейчас не хочу. И это не хочу. Прям что-то со здоровьем сегодня у меня херово. Что-то болит почка очень сильно. Вообще есть не хочется. Так слегка сейчас перекушу. Пол помыла, все сделала. Так что вот, девочки, как-то так. Девочки, Костян навел Лего порядок в своем шкафу, как у него, видите, все светится. А это мой любимый холодильничек. Я даже на нем написала. Лов. Лов. Так. Что у меня в холодильнике есть? Да все как обычно. Здесь картошечка тушеная с курицей. Борщ, здесь макарошки, здесь пирог, здесь гречка, здесь кусочек пирога недоеденный. Сок томатный стоит. Масло сливочное. Сыр, селедка. Колбасу не начинали, молоко заканчивается. Мой имбирь не доела. А это собаке. Три крылышка старых отдать надо. Ну и здесь все, что. Все как у всех. А это морозильник. Вообще люблю свой холодильник сильно. Морозильник у меня всегда забитый. Здесь у меня сало внизу. Крылышки, пельмени, курица. Здесь всякие котлеты. Цыпленок табака. Пельмени, пельмени, пельмени. Заморозка. Рыба какая-то, не помню. Котлеты. А что здесь? Курица. Курица тоже. А, чебуреки и огненные крылышки. Не хватает места вообще. Тут у меня брусника. Так что... А, вот здесь тоже везде брусника в корзинках замороженные. Какой-нибудь срач в холодильнике. Надо навести порядок. Срочно. Что-то помидоры, майонез. В общем, девочки, холодильник красивый, большой, но в нем срачельник. Надо срочно все вымыть. О, видите, как ярко теперь стало. Люстру сейчас включу. А можно вот так включить? Нет, все включить надо. Ну все, пиздец, сейчас сломаю. Ой, часы остановились. Так что вот Костян живет в своей комнате с холодильником, чтобы было что ночью порубать. Квадрокоптеры эти надо убрать. Алешенька, что там, чем занимается? Лёшенька спать собирается. На улице уже, смотрите, на улице уже ночь.
ночь кромешная. Так что вот, девочки, как-то так. Будем, наверное, уже более-менее спокойными делами заниматься. И все.